сами знаете, это комментировать тяжелый, было. Тяжелый. Непростой, да, непростой. Ну как дерби, оно не может быть простым. Даже про потасовку? Вот вашими глазами хочется понять, что там действительно было, потому что повтор не слишком... Не, я не буду ничего комментировать, вы еще раз посмотрите повторы, и у нас есть руководители, они сами прокомментируют все. Но тренер... А матч? Не, ну дерби, оно такое должно быть. Ну, игроки, тренеры вроде не предъявили никаких претензий, говорят. Ну, слава богу. Мы ничего не смотрели, просто не видели, потому что, сами понимаете, после игры времени сейчас немного, потом проанализируется все и... Выступит, если расскажет. Если вот не вдаваться в детали игровые, вот этот дерби по накалу можно сравнить с каким-то европейским матчем, с тем же самым чемпионатом Европы? Может? Я ничего сравнивать не буду, просто дерби это всегда, любой дерби это непросто. Где у вас уже было евро, суперкубок, какая цель? Какая цель? Цель побольше Лиги чемпионов, хороших матчей. Побольше Лиги чемпионов и остаться в профессии подольше, это самое главное. Пока меня в списках нет, пока еще вообще списков нет никаких. Ждем. Сергей, сейчас каждая игра на... А дальше это насколько? Остаться в профессии? Да. Как Владислав Юрьевич Безбородов. Есть... Это у нас самый сейчас ориентир, самый мощный ориентир. Он молодец большой. Он в полном порядке, и я желаю ему как можно дольше быть, и мы все за ним тянемся. Сергей, в Англии недавно практику ввели, да, пригласили впервые иностранца главного судью. Если вот у вас есть вообще такое желание попробовать в роли приглашенного арбитра в премьер-лиге английской работать? Да нет, ну это просто нереально, потому что, ну, с теории такой вопрос риторики. Ну, у вас уровень соответствующий. Нет, ну в Англии и топ-5 чемпионатов, вы сами понимаете, там свои судьи, они никого не приглашают. По крайней мере, в Англии недавно пригласили иностранца. Не знаю ничего об этом. Вы идете в Кубку, то в принципе, что ждать вашего концерта? Откуда вы знаете? А уже анонсировали. Да, уже анонсировали. Видите, вы все знаете. Я еще даже не знаю, а вы знаете. Гитары пойдете, будете что-то... Ничего не знаю, Сергей, ничего не знаю. Ну, надо в конце что-то исполнить. Вот если вам предложат что-то исполнить, что сыграете? Сложный вопрос, не знаю. Надо понимать, что и как, потому что я еще не совсем в теме, как это все будет. Ну, песня, которая сейчас популярна в российском футболе, кажется, не очень-то в вашем вкусе. Какая песня? Валера. В рок-исполнении, допустим, если вы споете. И у меня другой стиль, немножко, вы знаете, поэтому не слышал песню, не знаю, не могу ничего сказать. Спасибо большое. Спасибо вам большое.